Добрый вечер, уважаемые товарищи. Сегодня очередное занятие Университета рабочих корреспондентов. Тема занятия – советская власть как организационная форма диктатуры пролетариата. Ведет занятие первый секретарь Центрального комитета Российской коммунистической рабочей партии Виктор Аркадьевич Путин. Так, всем добрый день. Значит, готовясь к сегодняшнему занятию, я, соответственно, полистал конспекты предыдущие и так вот немножко задумался. Значит, в 2010 году мы эту тему разбирали, в 2012 разбирали, потом проводили конференцию на базе музея Ленина в Саблино. И вроде, думаешь, наверное, этот вопрос уже настолько разжеван, а мы владеем и разобрались и прочее, прочее. Но, значит, на съезде РКРП, который проходил, значит, 12 декабря в Москве, один из выступающих у нас, кандидат наук, причем такой умный мужик из Сибири, вдруг, значит, в своем выступлении особое внимание обратил, говорит, вот отстаем мы в теоретической работе. Не разобрались мы, как следует, каким образом будем реализовывать советскую власть, в какой форме организационной. Что вот в нашей программе записано, но ведь во времена Сталина в основном там была диктатура партии, диктатура вождя. А вот как в современных условиях, куда вырулим, в общем, не проработаны. Там мы ему, конечно, ответили, как чего, но я к тому, что в литературе, в левой, в интернете, который мы сейчас все больше и больше и больше листаем, сплошь и рядом, когда мы, значит, занимаемся или чтением, или просто по поисковикам, так сказать, шарим, натыкаешься на удивительные иногда перлы. Так? Ну, о том, что советская власть – это российский опыт народного парламента. И диссертации пишут на эту тему, и есть, и так далее. Значит, имеется утверждение, что, значит, советы – это, ну, такое бытовое понятие. То, что у нас было вот на рубеже там, 70-х годов при Брежневе. Кто-то там Хрущева помнит, еще что-то где-то. Значит, встречали мы такие перлы, как, например, у товарищей из КПРФ, что наша цель – это движение к парламентскому народовластию в форме республики советского типа. Ну, тут даже с профессорским образованием не вдруг, так сказать, это самое. Поймешь, возьмешься. Но, значит, о том, что эта тема актуальна, окончательно, так сказать, мы прошли с руководством университета к этой точке зрения и включили в план занятий после того, как посмотрели ряд интересных передач телемостов между ополченцами, которые воюют на Донбассе, и, ну, вот представителями всяких разных силовых подразделений украинских официальных войск с другой стороны. Телемосты это были самодеятельные, в интернете они выложены, поэтому о том, что там какая-то рука с одной или с другой стороны буржуазных властей говорить не приходится. В общем-то, они говорили довольно искренне, и за этим интересно было смотреть. И особенно большой интерес вызывала, значит, их общая точка зрения, что вы против олигархов, так и мы против олигархов. А чего ж ты не пришел вовремя на Майдан, мы бы там, так сказать, с тобой вместе Кузькину мать показали, этих олигархов бы скрутили и прочее. А вы за что воюете? А мы воюем за народ. Мы за народ. Не, мы вот за тот народ, чтобы быть без олигархов и чтобы, так сказать, эту всю сволочь, и чтобы действительно было по справедливости. Так и мы за это. Давай приезжаем, мы, так сказать, нальем водки, выпьем тут, подумаем и решим, как это будем строить или как чего. Это тот, кто смотрел телемосты, ну, примерно, может, я где-то утрирую, но он, значит, этот момент мог видеть. А совсем недавно это повторилось, ну, в такой более, как бы, интеллигентной форме, более, значит, печатных выражениях, обращение одного из лучших командиров ополчения Луганской
Народной Республики Мозгового Алексея. Вот газета «Советская Россия», и в интернете оно выложено на сайтах, на нашем в том числе есть, так далее. Обращение называется «Время вспомнить, что мы народ». Вот. Несколько цитат из этого обращения, если можно, и, так сказать, дальше теме расшифровки. Так. Мы готовы освободить от этого зла, то есть от фашистов и прочее, значит, для строительства нового общества, где народ имеет право на самоопределение. Наша цель – убрать олигархов большого бизнеса, которые нарушают экономику, разрушают экономику страны в своих интересах, забывая, что все принадлежит народу. И мы будем строить справедливую систему с созданием равных условий, равных возможностей для всех слоев населения. Понимаешь? Значит, ну и тут же в этом же обращении, так сказать, можно встретить призывы, значит, ко всем славянам, что исходя из нашей общей истории, исходя из нашей общей веры, исходя из нашего общего понимания справедливости и так далее, давайте. То есть, и заявлено, что да, собираемся мы строить, так сказать, новое, справедливое. Но как это будет строиться? Где эти самые чертежи, да? Или хотя бы намеки, а как оно будет реализовываться? Здесь этого нет. И надо сказать, вот тот телемост, про который я вспоминаю, так, он тоже имел, ну или как имел вот такие вопросы. Одна из женщин, причем со стороны киевских властей, которая сидела, она несколько раз пыталась в разрез, значит, задать вопрос: ребята, ну а как это будет структурировано, сделано? Ведь народ это, ну что, вечи будем собирать, как там в Новгороде в свое время? Или каким образом? Как будет эта власть организована? Как она будет от низов доходить до решения, так сказать? Какие будут заложены там механизмы в этом деле? Вот это все, так сказать, добавленное на то, что эти поиски, они идут не только там, вот на Донбассе. Возьмите наших друзей, союзников, что ли, соседей по так называемой армии воли народов, да? Где Юрий Игнатьевич Мухин, значит, в общем-то, во многом наш друг и товарищ, если не считать там определенных его заносов, значит, он озабочен, давно озабочен, по-хорошему озабочен идеей ответственности власти перед народом. И когда мы с ним, так сказать, сжали друг другу руки и договаривались о союзничестве, это лет, наверное, еще 15 назад было вот на этих наших помещениях, он говорил: ну ты что, ты разве не поддерживаешь эту мысль, чтобы власть перед народом отвечала, чтобы она была народной, чтобы она в интересах народа действительно действовала? Ну, на что мы отвечали, что... Конечно, поддерживаем. Только вся разница между нами в том, что мы эту модель предлагаем. С нашей точки зрения, это модель советской власти. А идею построить, значит, эту власть, на, опираясь на некий закон об ответственности власти перед народом, и весь этот закон действует с помощью механизма той же самой буржуазной демократии, одно голосование, второе, потом оценки следующим голосованием и, так сказать, привлечение к ответственности, с нашей точки зрения, это вряд ли получится и так далее. Но вот мы с ним продолжаем дружить, пока, исходя из общей постановки вопроса, что власть перед народом должна отвечать, так, и что эта власть народом лучше, чтобы она и формировалась. Но вот вопрос, как и где, здесь, так сказать, имеются большие разницы. И разница, значит, в том, что у них все-таки с опором на буржуазную демократию, а мы с вами, значит, давно развиваем мысль, что советская власть, как власть для трудящихся, и более того, власть самих трудящихся, только и может быть целью нашей деятельности, а по сущности эта власть, значит, является диктатурой пролетариата. Так. Значит, дальше... Значит, для того, чтобы все-таки перейти к описанию, как мы видим, значит, организационной формы советской власти, почему именно советская власть оказалась
значит, наиболее устойчивой формой реализации диктатуры пролетариата. Так? Значит, я думаю, что полезно будет вспомнить историю возникновения Советов, рождения. Кстати, в этом году исполняется 110 лет первому Иваново-Вознесенскому Совету, значит, который, ну так, насколько я помню, 12 мая, точка привязки, когда началась стачка и когда впервые, так сказать, прозвучало это слово и началось образование Совета. Полезно, или я люблю, скажем так, делать такое лирическое отступление, как, помните, в замечательном советском фильме Владимир Ильич разбирал там для наглядности примеры и говорил, вот словосочетание «советская власть». Где здесь существительное, где прилагательное? С точки зрения грамматики, прилагательное – это советское, существительное – это власть. А с точки зрения политической, все существо, все значение заключено как раз в определении советское. Отсюда, так сказать, и будем плясать и вести. История возникновения Первого Совета, и мы эту историю в некоторой динамике рассмотрим, а потом, так сказать, перейдем к теоретическому обобщению, которое Владимир Ильич сделал. И очень удобно заметить, что вот те, значит, теоретические наблюдения и обобщения, они подтверждают правоту ленинской мысли, что это не большевики выдумали Советы, не они, так сказать, там умные головы с карандашом в руках нарисовали схемы и прочее. И вот это та форма борьбы, которую нашел российский пролетариат в ходе своих выступлений в славном 1905 году, ну и позже было развитие. Волею судеб я, так сказать, себе супругу нашел у Иванова, и поэтому еще в те годы, когда политикой занимался не очень плотно, имел возможность посетить музей Первого Совета Иванова, когда он еще был в полном масштабе. Сейчас его уже нет, этого музея. Тогда он был. И вот в том числе, значит, там большая красивая диорама была. Диорама, значит, показывали пойму реки Талка, и там, значит, идут митинги. Да? Митинги, значит, люди собирались. Обосновало только в самом Иваново, по оценкам, до 30 тысяч человек с Иваново. А всего в стачечной борьбе по губернии, по тем временам, за все 70 дней борьбы приняло участие около 70 тысяч человек. И так далее. То есть десятки тысяч людей собирались. Дома сидеть было скучно, обосновали все слои. Не только там эти рабочие комбинатов или заводов, а прачки, почта, там домохозяйки, лакеи в этих самых питьевых заведениях, а одних питейных дворов и боковаков на город, в котором было порядка 50 тысяч работающих взрослого населения, было более 200 питейных заведений. И ни одной библиотеки. Понимаешь, все бастовали, собирались. А вот как они тогда митинговали? Вот мы к 23-му готовимся, он, Хакимович, сидит, звукоустановку там здесь уже починил, готовит. А тогда не было звукоустановок. А сколько-то тысяч собирались, да? И там обсуждали, как. И вот они тогда, это я смотрю, мне тетенька объясняла, а вот смотри, говорит, вот там собрался коллектив комвольного комбината, а здесь, значит, фабрика Бурлина, а там вторая Ситцевая. То есть они собирались, и кто друг друга знал, своим кружком обсуждали, а между ними ораторы ходили, и политические, и так. Хороших на руках носили от кружка к кружку, плохих, так сказать, там, шею гнали или чего-то и прочее. И вот здесь у них, значит, начали формироваться первые требования, их надо было выдвинуть, сформировать. Организация большевиков была уже сильная, порядка 500 человек таких активных штыков было, и в основном закрепленных за фабриками, значит, и заводами. И такие имена были, как Фрунзе, Бауман, Варенцова, так сказать, там Афанасьев, да, Багаев. То есть будь здоров, какие эти самые люди. Помогли сформулировать первые требования, но их надо было
самое, выдвигать, донести, вести переговоры и прочее. И вот тогда начали, так сказать, от каждого кружка выдвигать своих представителей, уполномоченных. Значит, выдвигали от кружка, но получилось так, что это, в общем-то, от коллектива соответствующей фабрики или завода. Потом начали выдвигать уже пропорционально численности. У вас маленькая там, вот самая, контора, вы пока одним будете представлены, а фабрика Бурлина, она, значит, тремя сразу будет депутатами представлены. Так родился первый вот совет рабочих депутатов. Сначала совет уполномоченных назывался, потом, в конце концов, первый совет рабочих депутатов. Так. Родился он как бы для переговоров. Рождался он как бы действительно орган, ну, типа парламентского представительства. Однако жизнь сразу перед ним стала ставить вопросы, которые приходилось в ходе вот этой борьбы, значит, решать. И здесь, значит, приобретая вот эти функции, которые объективно реальностью диктовались, он действительно начал обретать черты вот того совета и ячейки власти, о которой мы говорим, которая в программе во многом прописана, именно. Но для начала господа заводчики и фабриканты были ребята не глупые, и поэтому они сходу начали предлагать, что давайте, давайте, мы будем вступать в переговоры, только давайте вот каждый заводчик, каждый фабрикант со своим депутатом. А рабочие, ну, чувствуя, что если их разобьют по таким группам, то разобщат. Одних запугают, с другими договорятся, третьих требования выполнят, да, четвертых обманут, уведут, нет. Вот тогда, значит, они держались формулы, значит, все против всех или все со всеми ведем переговоры. Это один из важнейших признаков действительно советской власти, потому что один завод, одна фабрика – это еще, так сказать, совсем не то, хотя это элемент. Когда начинается вот эта, значит, интеграция, это сложение сил, когда все вместе, это уже признак общей классовой принадлежности, это выражение уже классовых интересов, которые, так сказать, ведут. Затем начали возникать вопросы жизненные. С одной стороны, значит, появилась необходимость дружины. На этой же диораме показана атака казаков, которые, так сказать, там с нагайками из-за рощи выскакивают и двигают. А их уже встречать научились, так, в том числе с оружием, с некоторым по делам. Появилась необходимость у себя элементы дисциплины наводить. Были закрыты питейные дворы, были запрещены азартные игры. За нарушение, значит, появился разбор и суд появился при этом совете, который эти дела вершил. Неизбежно встали вопросы снабжения. Появилась и финансовая комиссия, и потребительское общество, и система обеспечения семей продуктами. В первую очередь те, которые детей имели, кому молоко нужно было, там велась система талонов и так далее. А поскольку это забастовка, а были функции, которые выполнять необходимо, ну, где-то есть непрерывное производство, где-то котельная должна работать, где-то еще чего-то, то совет взял на себя этот вопрос рассмотрения обеспечения. И он выдавал разрешение на производство работ, с обязательным перечислением заработка за эти работы в забастовочную кассу, вот сюда, финансовые вот эти. При этом капиталисты писали прошение, прошу разрешить, в том числе сам губернатор, дай бог память, по-моему, Леонтьев фамилия, обращался с просьбой выделить людей в типографию, чтобы напечатать его указы. И вот совет рассматривал, принимал решение, как, так сказать, определяем, не определяем, туда ли сюда. Поскольку мы помним, что избирались люди очень просто, да, вот в этом кружке или перед фабрикой, а собирались каждый день, то практически каждый день, или там периодически, по крайней мере, шел отчет этих людей. Каждый депутат приходил и перед своим, значит, коллективом отчитывался или советовался. Вот на обсуждении стоит такой вопрос. Как будем? Как? В какую сторону?
А постепенно эти требования обрастали или прибавлялись, правильнее сказать, значит, политическими требованиями. Потому что первые 16, они были в основном на экономической основе. Там рабочий день до 8 или хотя бы 10 часов. А вообще рекорд был рабочего дня тогда 16 часов. Вот были, 16 часов работали. Конечно, тут на час в кабак забежишь и доспался и дальше. Да. Устройство яслей при фабриках. Значит, декретный отпуск, пару недель, так сказать, до родов и несколько недель после родов. Время накормления детей были забиты в это требование. Ликвидация каталажек, то есть тюрем при фабриках, охраны там соответствующие, увольнение наиболее хамовитых мастеров и администраций. Ну, такие требования. Постепенно дорастали, значит, политическими. Даешь учредительное собрание и вплоть до там свободы собрания, митингов, шествий и заканчивая в конце уже долой самодержавие. А это замах на наместника Бога на земле. Это вам не просто национальный лидер, как сегодня. Тут мы, значит, президента там и премьера можем. А тогда это вообще было, значит, определенный психологический барьер надо было преодолеть, чтобы выйти на этот уровень и так далее. И вот об этом отчитывались каждый перед своим, все это дело шло. А отсюда выходил и вытекал следующий принцип. Кое-где там Марья Ивановна не справлялась. Хотя женщин было немного, дай бог память, их 20 человек было в совете. Из 151 человека вот женщин было примерно. Но существовал механизм отзыва, так сказать, все, значит, ты свое отработал, теперь пойдет, так сказать, Виктор Иванович отстаивать нашу позицию более решительно, более смело, давай там и продвигайся в этом деле. Из этого же рассказа, вот то, что мы уже, значит, обговорили вот по этим функциям, вытекает следующее, что совет с самого начала своего зарождения, он строился на совмещении функций, значит, законодательной и исполнительной власти. То есть пообсуждали, решили как, приняли решение и сами организуем это исполнение. Для этого есть комиссия финансовая, продовольственная, производственная, юридическая контора была, дружина соответствующая рабочая, ну и так далее. По всем этим делам. То есть вот еще один принцип, который, значит, наглядно видно, и который затем теоретически был, так сказать, выделен Владимиром Ильичем, и как один из основных записан в ту работу, к которой мы несколько ниже перейдем. Чего бы хотелось сказать, значит, вот про ход забастовки и саму вот эту забастовочную, значит, атмосферу, что ли, и прочее. Интересный момент отмечал в своих воспоминаниях Фрунзе. Он говорит: слушай, вот я много варился и в московской организации, и в питерской. И я везде, в общем-то, видел представителей из рабочих, которые активно участвовали в жизни, и в том числе в жизни парторганизации, в борьбе. Но, говорит, я никогда не видел такого явления, как в Иваново. Понимаешь, говорит, и в Питере, и в Москве рабочие товарищи, они как-то слегка стушевывались перед всякого рода профессорами, докторами и вообще кадрами, которые были поставлены из интеллигенции. А в Иваново, говорит, как-то так сложилось, что основные руководящие посты заняли именно представители рабочего класса во всех делах. И поэтому, говорит, наверное, действия бастующих отмечались большей решительностью, чем вот в столичных этих организациях. Еще, значит, интересные, вот очень интересные наблюдения, они заключают о том, что проходили вот изменения в самой психологии людей. Вот помните, я, по крайней мере, люблю приводить цитату Владимира Ильича, что пробуждение человека в коняге есть задача такой исторической важности и масштаба, что перед ней законны все жертвы. Так вот,
В воспоминаниях, по-моему, Афанасьева написано, что после того, когда даже были вынуждены приступить к работе, потому что они не были сломлены, но ресурсы были исчерпаны. В семьях что-то есть надо, дети, так сказать, плачут. Не хватало частичных каких-то, удалось добиться уступок со стороны этих хозяев. Так? Но он говорит, что вынуждены были приступить к работе, вроде бы как и поражение почти, но приступили к работе, это совсем уже другие люди. Они уже совсем по-другому смотрят на жизнь, и особенно это заметно при сношениях с администрацией, с хозяевами. Вот нет уже такого, говорит, этого идолопоклонства, когда шапку снимали за 5 шагов, и, так сказать, через каждый шаг как поясной поклон били, и глаза боялись поднять, и прочее, прочее. Нет, уже смотрят совсем по-другому, уже и шапку не снимают, как в этих делах. То есть это уже выходили другие люди, уже ну, борцы, так сказать, из этой ситуации. Соответственно, и капиталисты в своих воспоминаниях, они тоже очень образно и по-интересному описывали все эти моменты. Значит, вот тот же Бурылин, это ну, знаменитый фабрикант. Сейчас, по-моему, кстати, его фабрике имя вернули Бурылина. И музей открыли Бурылина, там и Ивановских ситцев, и прочее, прочее. И так далее. Ну вот он, описывая эту ситуацию, очень интересно, значит, пишет, что, значит, докатилось до того, что я сам себе чай кипячу. Значит, эту бричку подать некому, все бастуют, все разошлись. Руководят, говорит, рабочими, люди хлесткие и жесткие. И вести с ними переговоры очень тяжело. Держатся они все вместе и не хотят идти на переговоры, так сказать, всем по отдельности. Вот это, так сказать, ну, небольшое описание, как оно шло на вот этой самой поляне, знаменитой Красной Талки, и то, чего в том числе, так сказать, мне там рассказали, а потом я уже находил подтверждение, с одной стороны, в книжках и воспоминаниях, с другой стороны, в теоретических выводках наших товарищей, так сказать, и с нашим выходом на, значит, теорию избрания советов по производственным кривям и прочее. А теперь небольшой мостик, как вот это дело Владимир Ильич Ленин отмечал и замечал. Мы уже сказали, что Ленин тогда написал, что советы – это не выдумка большевиков, да? Это, так сказать, форма борьбы, которую, значит, сам российский пролетариат нашел. И тут же, значит, он отвечает тем деятелям, которые пытаются выдать советы за некий орган рабочего или народного парламента и так далее. Значит, он, Ленин, говорит, что советы рабочих депутатов не рабочий парламент и не орган пролетарского самоуправления, вообще не орган самоуправления. Это боевая организация для достижения определенных целей. А когда Ленин работал над второй программой партии, это перед 7-м съездом, значит, получается, какой там год, 19-20, да? 19-й, да? Значит, Владимир Ильич Ленин специально, значит, подчеркивал, что наша программа, новая программа партии, должна обязательно отразить вот эти новые политические реалии, то есть построение власти в государстве. И именно тогда он написал работу, значит, «10 принципов, тезисов о советской власти». И именно тогда были сформулированы вот эти тезисы, которые легли в основу второй программы большевиков. Значит, то, о чем мы вот сейчас с вами говорили, обрело теоретическое такое вот выражение на бумаге. И включено в программу партии. Да? Значит, вот если брать некоторые тезисы, ну почти как они во второй программе партии, мы пишем, что
Основной избирательной единицей округом советов является коллектив фабрики, колхоза, завода, ну, и так далее. Да? Причем второй совет, который провозгласил советскую власть, был съезд советов рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов, вот который в Смольном собрался и который, соответственно, декрет о том, о другом и провозгласил советскую власть. Поэтому был. Значит, следующий принцип был закреплен. Это легкость процедуры отзыва депутатов и так далее. Значит, полный отказ от парламентаризма. Значит, в этих же тезисах, в этом совете. Значит, очень важно, что было закреплено, это постепенное поголовное обучение и вовлечение трудящихся к управлению государством. И здесь нам уместно вспомнить вот тот знаменитый тезис о пресловутой кухарке, который демократы так любят, так сказать, вспоминать. А, опять кухарка. В то время как Владимир Ильич говорил, что мы не утописты, и мы понимаем, что любой чернорабочий, любая кухарка не могут тотчас же приступить к управлению государством. И в этом мы согласны и с кадетами, и с меньшевиками, и с Бережковской, и с Церетели. Но, в отличие от этих господ, мы настаиваем на немедленном разрыве с тем предрассудком, что управлять государством могут только богатые или из богатых семей взятые чиновники и господа. Вот, так сказать, в чем смысл этого дела и где идет опять смычка с тем самым, помните, выражением о коняге. Речь идет о человеческом достоинстве, речь идет о вовлечении людей в управление не просто производством, а в управление своей жизнью, в определение своей судьбы. И в конечном итоге, вот в чем суть, так сказать, того, что нащупали рабочие советской власти? У людей труда есть одно преимущество – их организованность в процессе труда. И вот эту организованность они вправе использовать для того, чтобы совместно бороться, чтобы совместно строить жизнь так, как им хочется. По большому счету, самая из известных устойчивая форма диктатуры буржуазии – это что? Буржуазная демократия. Да? Вот почему она наиболее устойчивая? Потому что она тоже опирается на объективную вещь. На власть денег, на товарно-денежные отношения, на частную собственность и, соответственно, на весь на капиталистический порядок и идеологию, которая в буржуазном обществе существует. Советская власть, как форма организации, значит, она опирается на объективную вещь-организованность людей в процессе труда. Вот эта организованность, значит, с помощью закрепленных принципов в программе партии, в Конституции, реализовывалось соответствующим образом. При этом одновременно в правах избирательных были поражены определенные элементы классов эксплуататорских, классов обслуживающих. Было закреплено преимущество для рабочего класса, для пролетариата крупных промышленных предприятий по отношению к мелкобуржуазным слоям, к тому же крестьянству. По этим делам. Так. И еще, наверное, стоит отметить, и, ну, для понимания процесса, для того, чтобы нам и в сегодняшнем дне лучше ориентироваться, что Владимир Ильич в тот же период, работая вот над этой программой, значит, говорил, что программа партии должна отметить вот эти новые политические вещи, и в то же время мы должны указать, что если ход истории вдруг отбросит нас назад к уже пройденной нашей революции в форме буржуазного парламентаризма, мы не откажемся от него. Но при всех условиях мы
будем знать и будем указывать, что мы боремся за Советскую Республику, за эту высшую форму демократии, так? За власть самих трудящихся и для трудящихся. Это было записано, значит, в ленинской работе и в программе партии по этому делу. Вот эти, так сказать, вот этот небольшой наш экскурс в историю, да, значит, сделан для того, чтобы, значит, нам какую-то смычку между историческим рассказом и сегодняшним днем обрисовать. И еще на один аспект вот этой проблемы я бы хотел обратить наше общее внимание. Значит, недаром Владимир Ильич подчеркивал, что Совет рабочих депутатов – это не просто не парламент, да? А это боевая организация для достижения определенных целей. То есть, о чем речь идет? Ну вот, предположим, сейчас товарищи, предположим, в Новороссии, там, в Луганске или чего-то, да, значит, успешно в результате идущейся борьбы к власти, так сказать, приведут приличных людей. Ну, вот как они считают. Или аналогичный случай был не так давно в Молдавии. О, президент, коммунист, так сказать, Воронин сам сидит. Что? И вот встает вопрос, значит, и что? Во-первых, ждать, что он нам социализм построит, или, по крайней мере, будет прокладывать дорогу по карте, и мы, так сказать, будем по ней идти. Ну, во-первых, не сразу, или как, не вдруг можно допустить, что этот, который окажется у власти, знает, как эту дорогу, так сказать, прокладывать, рисовать, прописывать. Во-вторых, что ему дадут это дело реализовать просто так, да? А еще есть такой момент, пока был вот это, там, у руля умный капитан или штурман соответствующий, все было нормально. А потом он скончался, ну, Иосиф Виссарионович ушел из жизни. Вот пришел тот, который вроде все время рядом был, да еще подпевал и, так сказать, подыгрывал. И что получили с Никитой Сергеевичем? То есть речь идет о том, что власть, конечно, должна строиться, значит, организационные, иметь организационные формы с опорой на тех, и для кого эта власть, и строится так, чтобы именно руками тех, чья эта власть, она реализовывалась. Недаром определение у Маркса есть, да, что государство – это есть организация господствующего класса. То есть, если есть господствующий класс и или революцию мы совершили, и господствующим классом стали трудящиеся, то должна быть форма. А как это дело реализовать? А как это дело построить? А как вот дальше быть, как вести эту политику? И более того, значит, если вот ну, такие ситуации, скажем, которые больше из области чудес, там парламентские выборы в Молдавии и Воронина власти, который, конечно, коммунистом ну, давно не является, еще, по крайней мере, с горбачевских там времен и прочее, прочее. Вот если их отбросить, то встает вопрос, а власть-то вообще как ее можно получить? Как за нее бороться и так далее? Вот я думаю, что значит, ответ в том, что значит, значение советов, оно не только в том, что это органы, так сказать, реализации власти, когда свершилась революция и прочее. Это органы борьбы за власть, органы рабочей борьбы. Поэтому, наверное, есть там, или теоретически можно осматривать всякие пути, но вот в программе, значит, РКРП, и рабочей партии, значит, прописано то, что именно развивая борьбу в форме советов на предприятиях, значит, на местах, на фабриках и заводах,
развивая эту борьбу шире, чем одна фабрика, один завод, так сказать, добиваясь этой интеграции в масштабах, значит, отраслей и регионов, значит, можно двигаться к их подъему политической борьбы, в идеале с выходом на всероссийскую политическую стачку, с тем, чтобы можно было ставить вопрос политически уже по-крупному. Значит, которые тут навластвовались, значит, уступайте место, значит, а дальше будем готовить те органы, которые способны осуществлять диктатуру пролетариата на фоне, ну, на деле. В заключение хочу сказать, что из тех партий, которые действуют в мире, не так много партий, которые понимают, вот, что такое советы, каково их значение. Хотя должны бы. Почему? Потому что в той же работе вот, «Детская болезнь левизны» Ленин уже когда описывал значение опыта большевиков и русской революции в узком смысле слова, то есть не просто как, так сказать, пример, призыв для всех и так далее, а как тот опыт, который наработан и который необходим для повторения другими партиями в других, может быть, условиях и так далее, подчеркивал, что вот к единицам такого опыта относятся в том числе советы. Так? И дальнейшая история показала, что в моменты подъема революционной борьбы действительно советы возникали и играли свою роль и в Германии, и в Венгрии, и в Финляндии, наверное, в определенной степени, ну и в некоторых других, значит, странах и партиях. Так вот, из сегодняшних партий, которые, ну, на известном нам вот уровне изучают эту проблему и признают советы как форму, значит, организационную форму реализации диктатуры пролетариата, к ним относятся Компартия Греции, значит, венгры, по крайней мере, не отрицают, вспоминают это дело. И, пожалуй, я сходу вот не скажу. Все остальные, пожалуй, что вот самое так. Но венгры, по крайней мере, знают. Остальные, да. Вот то, чего я хотел доложить на сегодняшнем нашем занятии. Значит, если есть вопросы, да, ответим. Вопросы. Да. Пожалуйста, какие вопросы? Вот уже один есть. Советы, на ваш взгляд, являются органы рабочего управления? Еще раз. Советы являются все-таки органами рабочего управления? Или, так сказать, вот они... Я думаю, что это одна из функций, это самое, совета. Но сводить всю роль совета к органу рабочего управления нельзя. Что делать? Вот мое такое мнение. Понятно. Еще вопрос, пожалуйста, у вас. Ну да, вот вы говорите, что греки поддерживают, ну, греческие коммунисты из советов и там еще венгры. То есть все остальные рассматривают так или иначе будущую власть трудящихся как какую-то другую форму, не советскую, какая она была в СССР. Значит, я не могу за них сказать, вот как они это дело рассматривают, да? Потому что ведь если взять сейчас общий, ну, набор партий, с которыми мы держим связь и встречаемся, скажем, в системе Солиднет, а это порядка 90 партий, то надо начинать надо с того, что из них, ну, может быть, даже больше половины, они диктатуру пролетариата не признают. Они не доводят собственное признание классовой борьбы до необходимости диктатуры пролетариата. А раз это так, то уже о советах там и что там речь вести. Поэтому... В тот раз я вас спросил, вы же сами, вот сначала тезис скажу, потом антитезис, а потом синтез ваш. Это профессор, это не вот, я. А вот вы. Это вот. Не я. В одной из этих, что Сталин поклялся в гробу, все время упрочал эту самую пролетарскую диктатуру. В другом месте пишет, что он ее в 1936 году Совета трудящихся не стало. А в третьем месте, вот ваш синтез, оказывается, Сталин ошибся все-таки, вы признали. Он хотел упрочить пролетарскую диктатуру, по ошибке он ее раздавил, но сам вот стал диктатором. Ну, вопрос в чем?
где советы. Если 36-го года советов трудящихся не стало, никто здесь сидеть не жил при советской власти, а вы утверждаете, что это наиболее проверенным временем устойчивое. Стоп, садимся. Когда она тут же я бы ответил так, да? Что вот мы, РПРП, в своей программе тоже отмечаем, что с нашей точки зрения изменение Конституции в 1936 году отход от действующей программы партии, по большому счету, был ошибкой. Но при этом считать, что вот это сделали, и сразу советская власть, она исчезла и утратила все свои признаки, неправильно. Потому что граница – это то, где встречаются признаки одного, и второго, и третьего. Вот если бы сразу бы переходили на парламентский принцип формирования власти в условиях капитализма, когда деньги играют, так сказать, роль, когда есть буржуазные партии, когда есть прямо выдвинутые буржуазные цели и прочее, это один вопрос. А в 36-м году партия продолжала существовать, и партия была правящей. Значит, партия во многом, или в большинстве своем пристания вела правильный марксистский курс. Значит, депутаты выдвигались все-таки трудовыми коллективами, и отчет перед трудовыми коллективами вели, и могли, так сказать, быть отозваны в те времена по этим делам. Поэтому, ну, как бы сказать, многие характеристики и совета, и функции эта власть выполняла. Еще вопрос? Из тех стран, где еще социализм или соцсектор остался, там ничего не известно. В Корее, там, Вьетнаме, Китае. Я думаю, что и самое известно, но, во-первых, значит, и Корея, и Вьетнам, и Китай, они все-таки относятся к странам Востока, и у них очень сильно сказывается восточная специфика. Значит, не будем сейчас судить, хорошо это или плохо, но то, что у них во многом, значит, линия проводится с опорой на управляющую роль, собственно, и партии, и вождя, оно вносит, так сказать, свои такие вот эти самые, определяющие, что ли, воздействия. Так? Значит, сказать, что там власть строится по принципу советов, реализуется диктатура пролетариата по принципу советов, так сказать, я на сегодняшний день не берусь, хотя некоторые там признаки, они там присутствуют. Ну, например, у движения кандидатов коллективами трудящихся, там есть. Значит, и ряд других еще есть. Спасибо, еще вопрос. Достаточно. Спасибо, Виктор Александрович. Кто желает выступить в прениях? Пожалуйста. Во-первых, эта тема очень актуальна, в связи с, в том числе, с событиями в Маруси. И спасибо большое Виктору Аркадьевичу за то, что он ее поднял. И очень хорошо рассказал. Замечательно. Вот. А что касается вот устойчивой и неустойчивой формы, практика показала, что форма фактически парламентаризма, она по отношению к диктатуре пролетариата является неустойчивой. После 36 года, в 61 году была диктатура пролетариата упразднена из программы партии, и вера перешла к переходному периоду от коммунизма в первой фазе к капитализму. И чем закончилось, мы все знаем. Значит, в общем-то, вот Виктор Аркадьевич фразу Ленина о том, что это боевые органы рабочего класса привел, и почему, в частности, вот мне кажется, отказались в 1936 году от советской власти. Потому что, как бы, кончилась война-то. Кончился переходный период, были упразднены эксплуататорские классы полностью, в том числе и кулачество, и крестьянство, как мелкобуржуазной, массовой такой среды, не старо. А поэтому, как бы, боевые органы, они показались ненужными. Надо понимать, что государство – это аппарат принуждения и насилия, и пока есть потребность в государстве, пролетарском государстве, диктатуре пролетариата, до тех пор будут нужны боевые органы, советы. Значит, и последнее.
Значит, по поводу Новороссии, наверное, здесь знают большинство, по крайней мере, из присутствующих, что на Красном телевидении и на сайте Фонда Рабочей Академии размещен проект Конституции Новороссии, которая была разработана в Фонде Рабочей Академии на базе Конституции Юрия Михайловича Слободкина, проект РКРП, за которую в свое время в 92-м, да, году было собрано около 1 000 000 подписей. И это, в общем-то, продукт осмысления. Здесь, конечно, это применимо не узко к Новороссии, хотя вот там как раз наблюдается та ситуация, о которой сказал Виктор Аркадьевич, что люди там ходят не тихие, смиренные, гроза в пол опустив и шапку ломают. Там люди как раз так вот, по крайней мере, то, что вот есть сведения от людей оттуда, и смотрим фотографии, и в интернете всякие есть. Люди там ходят вполне уверенные, там с оружием, по крайней мере, те, кто активные и смелые. Вот. И там, конечно, в этом смысле подъем большой есть. И оттуда вот надежда исходит большая для всех нас. Этот проект Конституции, он, конечно, не только для Новороссии. Он, так сказать, это и повод подумать большой о том, как вообще в России-то нам строить большой России государственную власть, диктатуру пролетариата. Поэтому еще раз вот я хочу обратиться с просьбой на Красное телевидение зайти на сайт, и там есть обсуждение, и, так сказать, тоже там подумать, может что-нибудь написать, если с чем-то не согласны, или что-то считаете нужным добавить, или, напротив, покритиковать. Вот это вот все. Я тут принял таких людей, как Дзержинский, маршал Рокоссовский, маршал Жуков. Вы уважаете? Думаю, Максим Горький. Я не какие-то там Ницше или там... Я в советских людей беру. Очень вот сейчас недавно вышли, вот можете в метро зайти, почитайте эти мемуары Громыка. И он сказал, что Хрущев сделал великое дело, что развенчал кутище Сталина. А потом Хрущев сам сволочью стал. И это все бывает. Уж Громыка-то можно поверить, нет? Нет. Ну, а ну кому-то надо верить. Ну, сейчас про Горбачева, давайте про Горбачева. Когда вот вы говорите, что он говорит, может, много витиевато, а толком не сказать конкретно. Да, есть ему. Но вот когда он пришел, сказал, возвращаемся к ленинским принципам. Должна быть власть советов, трудовых коллективов. Не говори как-то. Ну как, СДК, да как это не было бы? СДК. Это не совет. Не надо. Совет трудового коллектива. Ну пока не перебивай, уходи. Совет трудового коллектива. По телевизору покажет, он приезжает на завод. Рабочие начинают жаловаться, что не так, это нет. Вы, хорошо, кто специалист СТК? Директор. Почему директор? Почему кого-нибудь рабочего не поставить толково? Да понимаете, рабочего все-таки тыры-пыры. У нас как было на нашем заводе, на Краснознаменце, сказали, это Горбачев на уровне указа сделал, в законодательстве. Я говорю, давайте пройдем, чтобы было законодательно. У нас СТК собирались, а рабочие не хотели ходить, вот не хотят и все. Вот я в цеху сидит представитель СТК, фрезеровщик, начальник СТК. Ты советская власть, это есть власть советов, ты председатель совета. Начальник СТК, это всего лишь технический руководитель. Ты должен все спрашивать. Там союзность власть рабочих, крестьян, политической диктатуры, гегемония, рабочий контроль. А что я подставлю, все другие на месте останутся. Ну, сравните этого человечечку маленького, с Жириновским, тот наоборот рвется все. С Максимом Галкиным спрашивать, это просто человек низшего порядка. Он может именно только конягой быть. И рабочими такими стали при социализме. Потому что они, значит, рабочими добровольно. У них не было политического честолюбия, тщеславия даже не было. Так и власти не было у рабочих. Так власть не берут, власть только власть завоевывается, а не даруется. Кстати, правильно. Кстати, вот вы говорите, надо рабочим брать власть. Сейчас по-марксистски подойдем. Власть брать можно только насилием. Не забудьте, вот Зюганов говорит, что лимит исчерпан, а вообще, может, он и прав. На Земле сейчас очень много ядерного оружия, ядерных захоронений, атомных электростанций. А важнее, очень много химических заводов, химических складов, которых в сотни раз больше, чем при Марсе. Наша безобидная перестроечка всего сейчас, с Чернобыля. Сейчас одно неосторожное движение, и все будет. Там все давай, никто нет, просто так власть не отдаст. Понятно. Я выступаю, власть просто хорошо. Так. Хорошо, нет, мы просто... Насилием делается. Понятно. Вот так, пожалуйста. Кто что желает? Пожалуйста. Нет. Я думаю, что очень время. Время давай вопросы снова поставили.
на обсуждение. Погромче. Я думаю, что не просто своевременно, а я думаю, что это то, что сегодня нужно рассматривать, обсуждать, обдумывать. И я думаю, что лучшего докладчика, чем Виктор Аркадьевич, по этому вопросу вряд ли бы с вами найдем. Потому что он действительно этот вопрос изучал, изучал достаточно конкретно и подробно. Ну и, собственно, не раз уже он нам это рассказывал. Я думаю, что эта тема будет у нас еще и расширяться, и развиваться. Я хотел бы сказать, что некоторые моменты, даже касающиеся названия, они для нас являются некоторой новостью, потому что если мы вернемся там лет, может быть, на 10 назад, вот мы так вот и не ставили вопрос, как организационная форма диктатуры пролетариата. Мы говорили, там адекватная форма, там, соответствующая социализму. И надо сказать, что при издании сборника «Главное в ленинизме», при издании уже, при вычетке его, мы обнаружили, что у Ленина вот такая формулировка есть очень четкая, именно организационная форма диктатуры пролетариата. Что из этого следует? Является ли сама по себе эта форма диктатуры пролетариата? Нет. Потому что вообще форма диктатуры пролетариата – это не диктатура пролетариата. А диктатура пролетариата является формой советской власти? Ну нет. Диктатура пролетариата является сущностью советской власти. Поэтому мне кажется, что вот и с этой точки зрения надо решать и эту проблему, которая, как проблема 1936 года, когда некоторые товарищи, я думаю, что вот те самые успехи и в гражданской войне, и в построении социализма, они, конечно, могли такие породить настроения, что, в общем-то, не обязательно иметь боевые организации, если это только боевые организации. Вот если это не боевая организация, если это не боевая организация, то тогда надо ее оставлять. Если боевая, то, в общем-то, она уже для этого так и не нужна в такой форме. Я думаю, что такие мысли могли возникнуть, безусловно. Вот. Тем более, что, конечно, острота борьбы спала. А вот сказать, что в теоретическом плане какая была классовая борьба при социализме, вот мы на эту тему соответствующих разработок до 80-х, 70-х годов, 90-х годов, мы на эту тему не найдем. Ведь вопрос о том, что при социализме, в построенном социализме идет классовая борьба, и что это классовая борьба с мелкобуржуазностью, и что эта мелкобуржуазность может быть и у рабочих, в том числе, и у представителей рабочего класса в самых разных органах, и даже у партийных, так сказать, мелкобуржуазность может быть и у партийных работников в виде этого самого тщеславия. Не то важно, что он делает, важно, что он будет сидеть на определенном посту, на определенном месте. Или, скажем, как говорил про Троцкого Ленин, он говорил, что Троцкий не служит революции, а себя в революции видит. И вот таких людей, которые себя в партии видели, себя в советской власти видели, себя при социализме видели, для них уже они важнее, чем диктатура пролетариата. Вот поэтому я думаю, что этот вопрос остается, конечно, очень сложным для обсуждения. Мне тоже хотелось бы сказать, что все-таки, если мы сейчас уже поставим вопрос о том, являются ли они органами рабочего самоуправления, ну, я думаю, они не могут быть боевыми организациями, если их нет. Если прежде чем они станут боевыми организациями, надо, чтобы они были. И вот рабочий класс, величайшее его достижение состоит не в том, что они боевые, а в том, что они сначала возникли, вот их создал, они родились благодаря рабочему классу. Вот как только они есть, можно сделать их боевыми. А, например, советы, которые были после февральской революции 17 года, они точно были советами, и они под все определения советов попадают. Но они боевыми органами не были. И поэтому на одно время Ленин предложил вообще и вся власть советов снять. А тогда, когда они перестали быть вообще и боевыми органами, и советами, тогда, так сказать, Горбачев провозгласил вся власть советом, потому что это были органы добивания руководящей роли коммунистической партии. И это быстро очень и произошло. Это был инструмент по уничтожению власти, последние опоры диктатуры пролетариата, потому что в партии еще сильны были элементы действительно пролетарские и коммунистические, а, так сказать, вот органы советской власти уже были наполнены такими людьми, которые были склонны эту самую власть окончательно добить. Хотя
сказать, по существу добивание ее началось, или уничтожение началось ее, ну, началось оно из 56 года, а однозначно уже было, так сказать, провозглашено на 22-м съезде, и дальше пошло. Вот это раз. А вот насчет того, что может ли считаться орган, который на заводе советом, это совершенно неверно. Ни в коем случае. Это он никак не может быть ни организацией пролетариата в итоге, он орган вот, рабочих этого завода. Пока они не связались с другими заводами, пока они не связались с рабочими других предприятий, пока они не связались, так сказать, если речь идет о власти в пределах всей там страны, пока они с рабочими других городов не связались, это никакой орган власти образовать не может. И рабочего самоуправления тут это нет, не орган самоуправления класса. Это орган рабочего самоуправления на одном предприятии. Поэтому можно их называть советами, можно называть их, и лучше, мне кажется, их называть фабрично-заводскими комитетами, чтобы не путать. Хотя исследователи даже советов пишут. Вот у нас было много советов в 2005 году. И перечисляют. Советы городские и советы заводские. Ну, городские-то, вот они образовывались из обосткомов по представительству. Их было гораздо меньше. А советы заводские, они никакого органа, так сказать, советского не образуют. Поэтому называете вы их советами. Поэтому СТК, и так они и закисли. И никакой они особенной роли не сыграли. Вот если эти СТК действительно представляют коллективы и по представительству организуются, где? На территории уже. Мы, конечно, противопоставляем советы как орган не территориальный, а орган, который, так сказать, формирующийся по принципу формирования. Но по власти, а власть, конечно, становится территориальной. В итоге. Городской совет – это какая власть? Территориальная. А съезд советов на всю страну? Поэтому я думаю, что это путать нельзя. Точно так же. Вот мне тоже приходится сталкиваться с тем, что говорят, ну а что, какая разница? Ну выдвинули, избрали. Ну выдвигали же после 36-го года. Ну давайте, вы сейчас будете выдвигать, а я буду решать, кто пройдет. Кто будет власть, вы или я? Вы будете все выдвигать, а я все буду отстранять. Кого я только смогу, соглашусь утвердить? Только того, кто меня устраивает. Поэтому кто власть? Тот, кто избирает или тот, кто выдвигает? Выдвигает – это предварительные условия. Действительно выдвигали. Я сам проходил по этому самому национально-территориальному округу. Выдвигали здесь меня по трудовым коллективам. И завод Козицкого, и порт. На Кировском заводе не выдвинули. Вот сам еще, так сказать, канатная фабрика и так далее. Но я одно дело, а кто избирал? А избирали по всей территории. И на всей территории никаких шансов пройти там людей, которые выступали с позиции рабочего класса, не было в то время, когда были вот эти самые выборы. Кто тут у нас прошел? Иванов, который потом, так сказать, чуть не под уголовное дело, попал в связи с злоупотреблениями в Узбекистане. А здесь вот на ура прошел. И было этих 35 кандидатов. Все были выдвинуты по предприятиям строго. Да. Поэтому я думаю, что все-таки вот это вот, вот тут мы не можем на это сбиваться и говорить, что вот после 36 года остались советы. Мы можем сказать, что после 36 года осталась диктатура пролетариата. Совершенно смело и твердо, можем сказать. Но не в этой форме. И точно так же мы не можем сказать, что во Вьетнаме были советы, но во Вьетнаме диктатура пролетариата точно была, а может быть и есть. Вот у нас таких данных, к сожалению, нету хороших. Вот. То же самое в отношении там, с Китайской Народной Республикой. Безусловно, там была диктатура пролетариата. И то же самое в отношении там, Кореи. Там, я думаю, и была, и есть диктатура пролетариата. Но советской формы там нет. И вот я когда был в Северной Корее, у меня такое было чувство, что в один прекрасный момент там так все здорово и хорошо, и такие школы хорошие, и такие пионеры ходят, и так все чисто. И так это все возвышено, что такое чувство, что сейчас придет корейский Хрущев, когда кончится еще, вот сейчас вот сын, потом внук, и наконец придет какой-нибудь корейский Хрущев, а все хорошее попадается. Как-то так получается, вот здорово еще. Придет какой-нибудь корейский Хрущев, и на этом все и закончится сразу. Почему? Потому что нету вот этого организованного класса, в класс организованного в систему, которая могла бы это удерживать, независимо от того, так сказать, вот такой же хороший попался или не очень хороший, которая могла бы в значительной степени, в большей степени влиять на руководство.
Вот такая беда. Спасибо. Да, спасибо. Значит, рабочие не способны. А некоторые считают, что рабочие вообще не способны. Есть неспособные, есть неспособные. Есть способные. Надо про себя говорить. Это как крапива, понимаешь, под забором. У одного есть, а у другого нет. Ну, 40 лет я смотрю на этих рабочих. Вот такие. Никакой даже поползания нет. Не то, что хватит, а какие-то влиятельные люди. Стакан, домино, домино, стакан, рыбалка, футбол. Все. Нет, ну ты кто с кем... Собирается, тут не собирается. А я вот на заводе, вырос, и даже когда и по стакану пропускали с рабочими, иногда бывало, там, первое место по соцсоревнованиям, занимал участок. По этим самым нарушали правила, шли в чебуречную, столы сбегали. И через какое-то время о политике начинали говорить. В том числе мне... Мои слесаря один, говорили, не один стакан надо выпить. Надо батьку Сталина, нет у нас порядка мастера, нет. Понимаешь, тут тебе не повезло просто. Ну да, не повезло. Не знаю. Так, теперь мы разрешите. Пьяниц не видели. Упрощайте. Значит, это самое. Пьяница – это не самая худшая характеристика, слушай, человека. Ну, конечно. Да. Ельцин там говорит, что... А мы не за то, что он пил. Это, конечно, тоже нехорошо, за то, что он подлец. Дело трудового народа предал. И за то, что... Поэтому выиграл. Потому что когда он шел на выборы 89-го года, на вопрос журналистов, кто ваш идеал человека и политика, Ельцин отвечал: Ленин. Я сказал, так или нет? Ну и что? Поэтому подлец. Так у Ленина, кстати, взгляды меняются. Стоп, оставьте. Ленину торгов Ленина. А вы раннего Ленина выхватываете. Значит, я тоже цитаты принес. А вы не, значит, домов, не так. Уважаемый товарищ, мы это самое, есть предложение вашу заявку на тему рассмотреть и слово предоставить. Хорошо, я имею в виду в следующем семестре или вне плана. Да. Значит, на что я хотел обратить внимание, что вот когда начинает крутиться, ну, вас не перебивают. Крутиться начинает обсуждение относительно вопросов вот выборность, элементы, так сказать, демократии, которые присутствуют, совет это или не совет, а мы вроде выбирали и прочее. Я хотел обратить внимание на то, что очень здорово общественное мнение уводят в сторону и умеют уводить. И одним из таких, ну, классических, что ли, вопиющих примеров является наша общественная палата вот в России. О, вот это орган, там положение в общественной палате написано, что это орган, который отражает интересы всех слоев населения. Весь срез мнений в обществе. Тогда. А как она избирается? 32 члена этой палаты определяются решением президента. Затем эти 32 члена палаты избирают следующих 32, которые представляют общероссийские общественно-политические организации, союзы, общества и прочее, прочее. А затем в сумме 64 добирают еще 32, которые с уровня регионов всяких там и получается орган общественного, ну, представительства, что ли, которое отвечает за всю Россию. Ну вот если нам поручить, вот, с Виктором Ивановичем, первых 32 наметить, я думаю, что там это самое следующее и общее настроение понятно. Это для нас не помеха. Это вот такой маленький пример. Дальше я чего хотел еще сделать? Что в наших же кругах, в левых, и даже не столько в левых, сколько в левоватых, тоже ведь очень много всяких этих самых идей бродит, типа, и даже в программы я видел уже включенные, что с развитием научно-технического прогресса общество вообще двигается к возможности осуществления непосредственной прямой демократии. У каждого интернет, у каждого дома компьютер, ну, электронный, прямая. Все, вот, 100 миллионов пользования компьютерщиков, поставят вопрос на голосование и чего-то решат и принесут. Вот, значит, без объективной основы, которой, с нашей точки зрения, как мы здесь рассказывали, является организованность людей в процессе труда,
попытка сложить миллионы в нечто целое и, значит, чего-то выразить, это, во-первых, иллюзия, во-вторых, даже если кто-то выразит кнопочным голосованием, кто это дело реализовывать будет или как? Интернет за нас и за класс ничего сам не решит, ни сопротивление эксплуататоров не подавит, так сказать, новое строить не будет. И еще один момент, который, значит, я думаю, надо, ну, иметь в виду и полезно, что советы действительно не возникают на этапе подъема рабочего движения и так далее. Но совсем не обязательно они будут выражать интересы класса пролетариата и тем более являться органом диктатуры пролетариата. И характерный пример тому 90-е годы, значит, когда у нас возникали рабочие комитеты и в Воркуте, и в Кузбассе, и в некоторых других регионах, и они двигались по направлению и самоуправления, и взятия функций власти на себя в целом, в больших регионах и среди больших масс населения и прочее. Но, значит, партия в то время оказалась в разложенном состоянии и не готовая к тому, чтобы в это внести соответствующее сознание и направленность. И эти органы, так сказать, выступили, ну, тараном контрреволюции, хотя много там было задействовано хороших и честных людей, которые до сих пор еще находятся на уровне участия в движении. Вот наш общий друг Аваляни, Тимарс Георгиевич, который возглавлял один из забастовочных комитетов в городе Киселевске, в Кузбассе, до сих пор с нами где-то рядом вместе. Но при всем при этом это самое проводит линию, что это вот рабочий класс предал вроде партию, а не наоборот у него получается по этим делам. И еще один пример, значит, выборгский ЦБК. Это тот случай, когда рабочие взяли власть на своем предприятии, выкинули претендента очередного в собственники. Это был 90-й какой год, Тамар, напомню, там нам. 97-й. Это перед выборами было, поэтому это самое. Это было 97-й, наверное, или 98-й. Ну вот. Кроме того, что выкинули, они запустили производство, которое стояло несколько лет, запустили столовую, сумели наладить сбыт продукции и оборот финансовых средств по этим делам. У них гордость была, так отсюда было немного шагов для того, чтобы, значит, распространить свою власть дальше и шире, а они практически власть над поселком с названием «Советский» держали. А если они могут в этих масштабах управлять, то дальше еще шаг и до масштабов страны можно тянуться. Поэтому подавлено это выступление было жестко, и впервые в новейшей истории России стреляли в рабочих именно на выборгском ЦБК. Да. С одним раненым, ну, с подавлением, значит, силовыми и прочими методами. Значит, поэтому надо изучать и надо работать над этой теорией нам, во-первых, для того, чтобы мы могли вести пропагандистскую разъяснительную работу вот среди таких товарищей, которые к чему-то тянутся, но не самое. Ну, конечно, не все. Нет, мы вместе будем с вами. Выйдешь на улицу, никакого марксизма нет. А мы должны нести. Вот ты кусочек отсюда взял и неси туда, где нет ничего на улице. Вот, это для того, чтобы, значит, могли, ну, вести разъяснительную работу, во-первых. Во-вторых, для того, чтобы и самим-то еще, потому что и условия меняются, да? И люди меняются, и ситуация неизвестна, в какой нас может застать, ну, в тот момент, когда это придется. И поэтому эти работы надо, вопросы надо еще и для себя прорабатывать. Поэтому нам успеха в этом работе и спасибо за внимание. Вам в том числе. Значит, объявление по мероприятиям общественным. Да, я понял.
Товарищи, в эти выходные будет два митинга. Первый 21 февраля, 12 часов, площадь Ленина, Кремлевский вокзал. Это в защиту Тихонова и бухгалтера, Кривичной организации, которые фабрикованному делу уголовным преследованием подвергаются. Проводит профсоюз докеров, участвует Родфронт, Фондрабочая академия, профсоюз МПРА, ОКП, на площади Ленина, еще раз, 12 часов 21. И 23 февраля митинг в день рождения Красной Армии и в поддержку народа Донбасса в борьбе с фашизмом. Значит, участвует РКРП, Другая Россия, ополченцы Донбасса. Мы приглашаем вас всех. 23 числа то же самое, в 12 часов площадь Ленина. То есть оба мероприятия будут в 12 часов на площади Ленина. 21 и 23. Но придут одни седые. Следующее занятие у нас в четверг. У меня объявление. Да, бываю в Челябинске и так далее. Сейчас предлагаю пока Михаил Васильевич поздравить с наступающим днем рождения. Желаю успехов, спасибо. Так, все. Все.